Let's continue the description here in Revelation chapter 21 verses 9 through 27. С 9 по 27 стихи продолжается описание этого замечательного места. Прочитаем этот фрагмент. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имел славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. И 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Okay, now John is going to describe a vision of what must be very hard to describe. Иоанн видит видение то, что должно быть очень трудно описать. И он пытается все-таки это выразить словами. So again, we'll try to look at some of the characteristics of this new heaven. Мы сейчас с вами разберем некоторые особенности нового неба. So the first heaven, the new heaven, first of all, is completely secure. Во-первых, на новом небе мы в полной безопасности. This is a new heaven that God made for us. Это новое небо, которое Бог сотворил для нас. And it's coming down. It's glorious, it's perfect, it's just an amazing sight. И это место совершенное, великолепное, славное. But I want you to look down here at verse 16. Обратите внимание на 16 стих. And there you see that the numbers that are used here imply completeness. А вот те цифры, которые использованы здесь, символизируют завершенность. This building is, or the city is 12,000 stadia in length. Здесь говорится о том, что длина 12 тысяч стадий у этого города. And according to the margin of my Bible, that's about 2,200 kilometers. И вот в моей Библии вы посчитали, что это 2200 километров. That's how long it is. То есть это длина 2200 километров. And how wide it is? А ширина какая? Same distance. Такая же, да? И длина и ширина одинаковы. And how high it is? А высота какая? Same distance. Такая же, да? So I'm going to ask you a mathematical question. Тогда я задам вам такой математический вопрос. If a cube, how many lines are there? If you were to draw a cube, how many lines are there? А если вам нужно было нарисовать куб, вот город в виде куба, то сколько вам нужно было линий? How many lines, if you were going to draw one, how many lines would you use? Сколько вам нужно линий для того, чтобы нарисовать куб?
куб объемный. 12. That's correct. 12 нужна линия для куба. So a cube that's 12,000 stadia is 12 times 12 times. It's just the number 12 is all over this cube. То есть вот для того, чтобы получился такой куб, у которого и ширина, и высота, и длина 12 тысяч стадий, нужно вот таких 12 линий. То есть мы видим, что цифра 12 повторяется снова и снова. So the cube that is 144,000 stadia square has 12 lines. Значит, получается, куб, который у нас по площади 144 тысячи квадратных стадий, состоит из 12 линий или 12 рядов. And each one of those lines is 12,000 stadia long. И каждый из этих рядов 12 тысяч стадий длиной. So God is telling us something. Что-то Бог хотел сказать вот с помощью такой математики. He's done. Это число завершенности, то есть все свершилось, закончено. It's complete. Все завершилось. And we are part of that completion. И мы с вами тоже входим вот в это понятие завершенности, мы часть этого. Now the city has great walls and gates. В этом городе большие и высокие стены и ворота. But the amazing thing is that these gates never close. А интересно то, что эти ворота никогда не закрываются. Verse 25. 25 стих. You can read that for us, please. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. When do you lock your door? Когда вы обычно закрываете на ключ дверь? Sometimes all the time. Иногда некоторые люди всегда закрывают, да, и днем и ночью всегда закрывается, но. But you make sure that it's locked at night. Но вот когда ложитесь спать ночью, то вы обязательно проверяете, что дверь закрыта. And certainly a city gate in the historical times, if they had a gate, they would lock it at night. Исторически так сложилось, что любой город, у которого есть ворота, на ночь они затворяют ворота. But these gates never close because there is no night. А здесь говорится о том, что ворота не будут запираться ни днем, ни ночью, потому что ночи-то вообще не будет. See, the sun's not going up and going down. То есть солнце не будет сходить и заходить. Because the Lord the Lord God and the Lamb are the light of this place. Потому что и нужды-то в солнце уже не будет, так как Господь и Агнец его будут, потому что слава Божия будет светить, а светильником будет Агнец. No need for the sun. То есть нет необходимости в солнце. Now see, the sun can be harmful. Потому что солнце может быть как полезным, так и вредным. In Phoenix we put on sunscreen. В Фениксе нам постоянно приходится пользоваться кремом против загара. Otherwise we'll get skin cancer. Иначе мы заболеем раком кожи. But there's not even a sun in heaven, in the new heaven. А вот на новом небе солнца не будет. Don't need it. Потому что и нужды в нем не будет. And I don't think we'll be sleeping either. И мне кажется, что мы и спать не будем там. Because sleeping implies that we need our body needs a rest. Потому что сон предполагает необходимость покоя, время отдыха для нашего тела уставшего. Of course, for some of us who like to sleep, we might think that heaven would be all sleeping. Хотя те люди, которые на земле очень любят спать, они, наверное, рай представляют как раз таким местом, где можно спать сколько хочешь. But you see, in heaven there is no fear. Нет страха, не будет страха на небе. Because everything that causes fear has been judged and sentenced. Потому что всему, что вызывало страх, был вынесен приговор, который был исполнен. We're not going to be afraid of each other. То есть мы не будем бояться друг друга. We're not going to be wondering if someone's going to steal our stuff. Мы не будем бояться, что кто-то может что-то украсть у нас. I don't think we'll necessarily have any stuff. Потому что, наверное, у нас и воровать-то нечего будет. No, there'll be nothing at all of sin between us and God and between each other. То есть не будет уже ни такого греха, когда мы грешим против Бога и когда мы грешим против друг друга. Because God is ruling unopposed and there is no one there who is going to challenge his
authority. Потому что на небе Бог царствует без какой-либо оппозиции, и не будет ни одного человека, который захотел бы ему противиться или бросить ему вызов. The new heaven is also completely righteous. Что еще мы узнаем о новом небе? Еще одна характеристика – это совершенная праведность. Look at the description of these construction materials. They are pure. Обратите внимание на то, какие строительные материалы использованы здесь. Все они чистые. Verse 11 would be a great example of that, if you would read that. Например, 11 стих. Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. We know it makes a diamond really bright. А мы знаем, когда алмаз сверкает. It's because there are no imperfections in it. Он сверкает и такой яркий, чистый, потому что когда в нем нет несовершенностей, неточностей. There is not a single imperfection in a single stone or jewel anywhere in the New Jerusalem. И вот в Новом Иерусалиме все эти драгоценные камни будут совершенными, безупречными. Не будет никаких в них неточностей, недостатков. Everything is perfect. Все будет совершенное, все будет чистое. In the presence of our holy God, there can be no uncleanness. Потому что в присутствии нашего святого Бога не может быть ничего нечистого. Listen to verse 27. Прочитаем 27 стих. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. So there's no uncleanness of any kind. То есть никакой нечистоты любого вида не будет присутствовать на небе. So everyone in heaven is righteous. Значит, все на небесах будут праведными, и все на небе будет праведное. And the light of God's glory is all the light we will need. И сияние Божьей славы будет достаточно. Нам не нужен будет никакой другой свет. Can you imagine a city of this size being lit by one source? А вы можете себе представить, что в таком огромном городе будет только один источник света? Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Okay, and then finally, the new heaven is full of redeemed royalty. И наконец еще одна характеристика нового неба. Оно наполнено искупленными, можно сказать, царями или представителями царской династии. So there are three groups that are mentioned in this passage we're looking at. А вот в этом фрагменте, который мы с вами прочитали, упоминаются три группы людей. The nation of Israel is mentioned. Во-первых, это израильский народ. We find that in verse 12, where the 12 gates are named after the 12 tribes of Israel. В 12 стихе мы с вами читаем о том, что в этом городе 12 ворот, и на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Now let me just say that the people who were very interested in getting rid of Israel back in chapter 7 would have a difficult time with this. Я хочу сказать о том, что те люди, которые считают, что израильскому народу не место на небесах, и они уже к такому выводу пришли, когда 7 главу Откровения читали, то им трудно толковать то, что написано в 21 главе. Are named after the 12 tribes of Israel. В 12 стихе мы с вами читаем о том, что в этом городе 12 ворот, и на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Now let me just say that the people who were very interested in getting rid of Israel back in chapter 7 would have a difficult time with this. Я хочу сказать о том, что те люди, которые считают, что израильскому народу не место на небесах, и они уже к такому выводу пришли, когда 7 главу Откровения читали, то им трудно толковать то, что написано в 21 главе. Yeah, certainly, if God has Israel in heaven, they must still be part of his plan. Если у Бога есть место для Израиля на небе, значит, Божий замысел для Израиля должен был совершиться.
The Church of Jesus Christ is also there, symbolized by the walls named after the apostles. Вторая категория людей – это церковь, которая здесь образно представлена в этом фрагменте в качестве стен. И эти стены были названы в честь апостолов. And that's in verse 14. В 14 стихе мы об этом читаем. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. So God is talking about the foundations of this city, which is really built to glorify the gospel. Здесь говорится об основании этого города, которое было построено для того, чтобы прославить Евангелие. Now, verse 24 and verse 26, the nations are spoken of. В 24 стихе и в 26 стихе говорится еще об одной категории людей, названной просто народы. And that's a little bit of a surprise. Это немножко нас удивляет. Because throughout the book of Revelation, the nations, or the Greek word is the ethne, are kind of bad. Потому что на протяжении всей книги Откровения, когда использовалось слово «народы» или в греческом «эсни», как «этнос», то у него негативное значение. But we also see through the book of Revelation that people have been redeemed from every tribe and nation and language. Однако также мы в книге Откровения читаем о том, что люди были искуплены из каждого колена, народа и языка. So this is one of the mysteries, certainly in the Old Testament, that God is revealing here now. И вот то, что здесь написано в 21 главе, это было тайной для тех, кто жил в Ветхом Завете. А здесь это становится откровением. God never planned just to redeem Israel. Потому что по Божьему замыслу спасены должны были быть не только израильтяне. It was always his plan to redeem people from every nation of the world. То есть он хотел спасти людей из разных народов этого мира. Listen to what Paul says in Acts chapter 26. Давайте посмотрим, что говорит Павел в Деяниях, в 26 главе. Verses 17 and 18. С 17 по 18 стихи. This is what Jesus said to the apostle Paul. Это то, что Иисус сказал апостолу Павлу. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными». So God said specifically to Paul that he was going to redeem people from all the earth. То есть конкретно Павлу Бог говорил о том, что он собирается из язычников, то есть из различных народов, населявших землю, найти себе спасенных, искупленных. And so then Paul talks in Ephesians, we won't read this, but he talks in Ephesians about how God broke down the dividing wall of hostility between Jew and Gentile. И в послании к Ефесянам, во второй главе, в 14 стихе, мы не будем читать этот стих, говорится о том, каким образом Бог разрушил вот этот враждебный барьер между иудеями и язычниками. So this city we're talking about here is not built of bricks and mortar. А здесь речь идет уже о городе, который построен не из кирпичей и строительного раствора. But is of people rescued from sin and death. Но из людей, спасенных от греха и смерти. We bring this diverse glory into the presence of God. То есть вот в этом разнообразии тоже слава Божия. And so this diverse group, or this diverse rescue group, is God's glory and the reward of Jesus Christ. И можно сказать, что такая вот многообразная, разнообразная группа спасенных людей тоже есть Божья слава и вознаграждение Христа. There is a verse in Hebrews that talks about that Jesus suffered for the joy that was set before him. It's in Hebrews chapter 12, verse 2. В послании к евреям в 12 главе во втором стихе говорится о том, что Иисусу Христу пришлось пострадать ради той радости, которая надлежала позднее увидеть.
Так, «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». So what was the joy that was set before Jesus that caused him to be willing to endure the cross? Какая же радость была дана Иисусу, что вот ради этой радости он готов был пойти на крест? What was the joy? В чем заключалась эта радость? Какая радость ожидала после того, что... What did you say? We are yeah, exactly да, right. Да, совершенно right. We are the reward of Jesus. То есть мы и есть вознаграждение, которое получил Христос за свой подвиг. And that's very consistent with a God whose whole character is to give. А это совершенно гармонирует с тем, что Богу свойственно отдавать. What better reward could there be for a person who is the very definition of love than to save people who were in rebellion against him? Каким еще могло быть вознаграждение для того, кто исполнен любви, для кому свойственно любить, как вот неспасенные души людей, которые противились Богу раньше? And God's joy is complete when He looks out on this huge throng of people and says, "I redeemed every one of those from hell." И Божья радость будет во всей полноте, когда Он будет взирать на всех людей, которые будут перед Его престолом, и сможет сказать: «Я искупил этих людей от ада, я спас их от ада». Heaven's going to be a great, great place. А на небе будет очень здорово. And that's why we share the gospel with people. А вот почему мы с вами должны делиться Евангелием с людьми. We want people to be there with us. Потому что мы хотим, чтобы и другие люди оказались там вместе с нами. We want people to enjoy the restoration of relationship with God for all eternity. А мы хотим, чтобы и другие люди смогли понять, в чем смысл восстановленных отношений с Богом, которые будут продолжаться всю вечность. We cannot make them make that choice. Конечно же, мы не можем заставить их принять это решение или сделать этот выбор. We can only share the gospel. Мы можем только рассказать им благую весть. So that's what we do. Это наша обязанность. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.